Сьогодні проходить традиційний турнір по пауерліфтингу жиму лежачи стану в айтязі та багатоповторного жиму Rough Power 2024. Хочу виразити вдячність керівництву спортивного клубу «Пульс Жим» Палова Поля за те, що цей турнір стався, за посильну допомогу в проведенні цього турніру. Також хочу відмітити багату кількість нових облич на цих змаганнях, тому що молодь привлікається до цього виду спорту, до занять спортом, до здорового способу життя. І ми зі свого боку намагаємося робити все для того, щоб пауерліфтинг в Україні продовжив розвиватися. Участвовал по соревнованиям в жиме лежа. Норматив тот, который хотел, выполнил. Три подхода все удачные. Ну, хочется всегда больше. Будем стараться, заниматься. Пете Сищенко огромное спасибо за то, что он в такое сложное время такое соревнование организовывает. И ребята стараются. Всем спонсорам, организаторам. Еще благодарю. В это тяжелое время решил подготовиться, попробовать свои силы и попробовать сегодня сбить рекорд этой федерации. Хочу поблагодарить Петю Тищенко за то, что он в такое время решил провести эти соревнования. Всем участникам соревнования пожелаю побед, без травм и удачи. Благодаря этому виду спорта наши спортсмены, в том числе я как начинающий этого вида спорта, мы получаем огромное удовольствие, массу эмоций и радости благодаря этим соревнованиям. Я хочу пожелать спортсменам успехов, результатов, здоровья, счастья. И я хочу сказать, что достойная смена сейчас растет у нас благодаря этому виду спорта. Всем здоровья, миру, благ, благополучия, семейного счастья и, главное, здоровья. Хочу поблагодарить своего отца, тренера Бабенко Виктора Васильевича, за поддержку, за помощь и за то, что он помогает мне во всем. Хочу поблагодарить Петра Тищенко за этот турнир, в котором я выступлю и в которых я много выступала с 5 лет. Моя задача – выполнить норматив мастера спорта международного класса. А в дальнейшем я хочу стать чемпионкой мира и тренером, да. Мы рады приветствовать всех участвующих, то, что приняли такой на себя удар в наше тяжелое время и не побоялись, пришли на соревнования. Мы делаем все возможное, чтобы в наше неспокойное время у нас были клиенты. Мы делаем вклад в спорт и не останавливаемся, и надеемся, что все будет классно, и мы будем дальше развиваться ради ватерпиков, больших мероприятий и собирать большое количество людей. Всем участникам соревнований хочу пожелать успеха, больших побед и на этом никогда не останавливаться.